Всем привет! Продолжаем распаковку посылок из Китая. В этот раз у нас очень давно мной долгожданная посылочка. Что-то она так долговаз так нам ехала. Это приехали мне молды. Очередные молды для заливки эбоксидной смолы. О, как оно шуршит мерзко. Быстрее его давайте откроем, высыпем и будем уже потом продолжать разговор. О, все. Очень мне понравилось это дело, заливать всякие штуки эбоксидной смолой. И для того, чтобы более удачно делать заливки, я себе заказал разные наборы молдов. Вот это конкретно набор молдов, видите, круглых. Для того, чтобы отливать всякие шарики. Тут идет комплект из 5 штук с разным диаметром. То есть таким образом можно внутрь что-то поместить. Через дырочку сверху залить это смолой. Это все высохнет и у нас получится аккуратный шарик. Без всяких ухищрений. Не надо там, как некоторые там в интернете, в яйца льют, еще в что-то. Чтоб в скорлупу яичную. Какие-то еще там геморрои себе выдумывают. Вот, не надо никаких, кстати, очень плотные такие, толстые. Очень удобно будет их снимать, отдирать. Что, помните, молды мы под эти, под кулоны брали. Там были одни такие вообще тонкие, там чуть ли не рвутся, тянутся. Ну, форму не держат. А тут такие дебелые, мощные. Мне очень понравилось. Вот, в общем, никаких заморочек. Туда поместил, что надо. Залил, пфум, снял. Вообще огонь. Слушайте, очень классная штука. Надо будет заказать еще и квадратных, я видел. Есть круглые, а есть еще и квадратные. Вот, как-то так. Видите, их 5 штучек, как слоники. Можно заливать всякие подвесочки, кулончики. Можно шарики вот эти для медитации сделать себе. Вон, какого диаметра кто хочет, то взял и сделал. Вот, и можно катать их 2 в руках. Очень удобно. Вот. В общем, я думаю, мы еще на нашем канале что-нибудь с этими штуками, с этими поделками, мы что-нибудь еще придумаем. Мы еще что-то зальем и будут еще видео по этому поводу. Ожидайте, не переживайте, все будет. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на магазин будут в описании. Там же в описании будет ссылка на кэшбэк. Регистрируйтесь на кэшбэке, пользуйтесь кэшбэком, пусть китайцы возвращают вам хоть немного денег. Мелочь, а приятно, никто просто так вам денег не вернет. А на этом уже совершенно точно все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.